Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. По вашим просьбам, сегодня на видео все девочки. По возрасту они примерно одинаковые, им чуть больше 3 месяцев. По размеру все разные. А небольшого размера пушистая, шоколадно-подпалая малышка. Остальные мелкий стандарт. К этому возрасту наши щеночки уже привиты 2 раза взрослой комплексной прививочкой. Малыши могут переезжать в новый дом. Как и обычно, наши щеночки всегда очень игривые, активные, с прекрасным аппетитом. Наши малышки уже самостоятельные, прекрасно кушают сухой корм, не размоченный. Количество корма зависит от размера щеночка. В среднем это по столовой ложечке без горки 3 раза в день. С вашей стороны обязательно контролировать это питание, так как после переезда щенок может скучать, переживать и не иметь аппетита. Но в большинстве своих случаев аппетит у нас прекрасный. Ну и раз заговорили о переезде, то на первое время у щеночка должно быть лежачок, 2 мисочки, игрушки разного вида, пищалки, мягкие, веревочки всевозможные и пеленки. Все остальное желательно докупить после переезда щенка в ваш дом. Всегда говорю, сначала ребенок в дом, потом все остальное. Сейчас с покупкой аксессуаров для животных проблем нет. В магазинах, как правило, все есть. За 10 минут вы приобретете все. Шлейки, поводочки, шампунчики, капли от блох и клещей, одежду. Все, что душе угодно. А сегодня, как и обычно, взвесим каждую малышку, подпишем их имена и покажем зубки. А вам приятного просмотра. Подробно о каждом щенке на нашем сайте. Ссылка размещена под видео. Приятного вам просмотра. Ты такая зайка. Так, ну давайте поснимаемся, что ли. Сколько же? Сейчас тоже, а? Ну что, Левушу? Лечится такую. Летает и летает тут. Так, повесу малыша. Ну вот, 1,5 килограммчика. Так, по зубкам у нас. Вот это зубки, ну класс вообще, все идеально. Кто-то следующий-то уже заходит. Молодец, молодец, говорит, я следующая. Так, по весу килограммчик, да, чуть-чуть побольше, 1,050 кг, по-моему. Вот, ты ж не видно ж совсем, ну 100 кг давайте. 100 кг вроде бы как проскочила. Ага, говорит, не покажу, не покажу. О, видно. Во, молодец. Все классно. Ух ты, моя хорошая. Шоколадушки мои. Так, давай-ка по весу мы посмотрим, сколько. Дама у нас 1,7 кг. Так, и зубоньки сейчас посмотрим. То же самое. Все классно. Все правильно. Вот. Тут же следующая подошла. Все знают, чья очередь подошла. Чья же такая очередь? Ой, сладенькие все сегодня, невозможно. Одни шоколадки. По весу. 1,4 кг, по-моему, да? Всего 400, я все правильно увидела. Вот они, ти, мои хорошие. Все хорошо. О, Дане взвешиваться понравилось. Убрали, убрали весы. Говорит, что ж теперь заняться-то чем? Что это?
Какая игру хорошая. Ой, какие молодцы, да? Аппетит, скажи, у нас прекрасный. И малек там вон не отстает. Ти, мои колеси. Конкуренция – залог прекрасного аппетита, да? Да, скажи, так лучше кушать из одной мисочки-то, да? Вот.